И мы начинаем. Мы практически завершили тему линейной системы. Вот. Тем не менее, я считаю, что очень важно подытожить и вспомнить и систематизировать вот те сведения, которые нам нужны и которые желательно помнить. Такие общие свойства решений линейных систем. Итак, значит, мы имеем дело с линейной системой, то есть у нас есть вот такая система уравнений, где у нас a от x – это матрица, и в правой части стоит вектор функции f от x. Естественно, такая система называется неоднородной. Вот, она будет однородной, если… Да, это f-векторная, да. Она будет однородна, если f равняется нулю. Так вот, если мы выкинем правую часть, то есть свободный член правой части, вот, то следующие факты можно установить. Я оставляю в стороне, уже немножко поднадоело, теорема существования единственности задачи Каши. Да, естественно, это важнейший теоретический факт, на который постоянно мы ссылаемся. Вот, тем не менее. Мы называем фундаментальной системой решений совокупность линейно независимых решений данной однородной системы уравнений. Значит, если я образую матрицу, столбцами которой являются вот эти вектор функции решения однородной системы, то я получу фундаментальную матрицу решений. Заглавная буква фи, греческая. Значит, следующие факты. Эта система существует. Это первый факт. И второй факт, их бесконечно много. Да, то есть есть произвол нахождения решений. Но важно, что n линейно независимых решений однородной системы уравнений вы всегда сможете найти. Если мы найдем детерминант фундаментальной матрицы решений. Это будет уже скалярная функция от x. То эта функция w от x называется вронскианом. Так, стоп, это я описался. Так. Называется вронскианом. И в отношении вронскиана, составленного по фундаментальной матрице фи, справедливо следующее утверждение. Значит, если фи от x, если фи от x фундаментальная матрица решений, немножко стал хуже почерк, фундаментальная матрица решений, то вронскиан никогда не обращается в ноль. То есть все рассматривается на некотором интервале и. Если же мы образовали не фундаментальную матрицу решения, а что-то иное, пусть даже на основе решений, то в случае линейно зависимых решений наш вронскиан обратится в ноль и будет равен тождественному нулю. Справедливая формула Остроградского и Леувиля – это предположение, что у нас фундаментальная матрица решений, то есть все решения линейно независимые, которые выглядят следующим образом. Здесь интеграл от x0 до x. Под знаком интеграла стоит шкур матрицы А, переменная интегрирования z. Значит, итак, еще раз. Мы можем подсчитать вронскиан, составив матрицу из решений, даже если эти решения линейно зависимы. Да, но в этом случае вронскиан будет тождественно равняться нулю. Вот. Если же это фундаментальная матрица решений, да. Есть вопросы какие-то? Нет? Не показалось. Если же это фундаментальная матрица решений, то вронскиан не обращается в ноль на интервале i, на котором рассматривается система
дифференциальных уравнений. Теперь, если мы восстановим правую часть, вот, то чтобы решить неоднородную систему уравнений, значит, можно поступать следующим способом. Во-первых, тот факт, который был установлен для линейных систем с постоянными коэффициентами, он, естественно, сохраняется здесь. Я имею в виду, что всякое решение такой системы неоднородной представимо в виде, то есть y от x представимо в виде решения, общего решения однородной системы уравнений, так, плюс частное решение. Напишу частное решение. Здесь напишу волну, чтобы нам отличать от x. Частное решение. Неоднородная система уравнений. Итак, чтобы решить неоднородную систему, как и раньше было у нас всегда, мы к этому привыкли, нам достаточно найти одно частное решение неоднородной системы. Вот. Но эта задачка бывает довольно сложной. Поэтому универсальным методом является метод вариации постоянных. Он легко может быть обоснован следующим образом. Смотрите, решая однородную систему уравнений, вы получаете такую формулу для решения. Здесь стоит фундаментальная матрица решений, и мы умножаем на вектор c. Это постоянный вектор, компоненты которого числа. Таким образом, варьируя вектор c, вы получаете все множество решений. Теперь, предположим, мы заинтересованы в решении неоднородной системы уравнений, и будем полагать, что это не константы c, а это вектор-функция c от x. Так, класса, функция, вектор-функция класса c1. Теперь дифференцируя по x эту формулу и подставляя в неоднородную систему уравнений, значит, дифференцирование даст нам, сначала дифференцируя, получаю, естественно, два слагаемых. Это матрица из производных. И подставляю левую часть и, соответственно, в правую часть. Так. Значит, в правую часть я подставляю решение, выраженное вот в виде произведения матрицы на вектор. Левая часть у меня написана, поэтому я могу просто продолжить запись. Значит, равняется, соответственно. Плюс от x. Так. Но это есть решение однородной системы уравнений. Вот, поэтому мы можем вычеркнуть вот это слагаемое вместе с этим слагаемым, они компенсируются. И у нас, соответственно, получается, поскольку фундаментальная матрица обратима... Спасибо тебе большое. Да, она обратима, то тогда получается следующая формула. Сейчас получается c' от x меняется f минус 1 от x на f от x. Это, собственно, что нам требовалось найти, потому что это просто будет означать, чтобы найти вектор-функцию неизвестного c от x. Нам кто-то там всякий микрофон забыл выключить. Вот, Жестяников, да, Жестяников. Так-так. Ой, извините. Да, да, долго слушаем, как вы там с кем-то разговариваете. Ага. Хорошо, значит, смотрите, значит, здесь у нас, собственно, вот, уже почти готовое решение. Все, что надо сделать, надо проинтегрировать левую и правую части. И мы получим общее решение неоднородной системы уравнений. Получим. Ну, так все достаточно логично. И сегодня же научимся методом вариации постоянных находить решение уравнений n-го порядка. Так, есть ли вопросы вот по этой части? Это мы свели в такой список фактов, необходимых для решения систем линейных уравнений. Такой абсолютный минимум. Или все понятно,
и мы можем перейти дальше. Сейчас я продемонстрирую, как формула Сорардского-Лювиля помогает нам найти общее решение однородной системы уравнений. Если вопросов нет к изложенному, да, давайте мы сейчас посмотрим, что у меня там есть из заготовок. Так, сейчас. Системы. Ну, собственно, там последние слайды нам нужны, совсем последние. Этот и этот. Окей, хорошо, значит, смотрите. Дана однородная система уравнений второго порядка с переменными коэффициентами. Вот она выписана здесь наверху. Значит, естественно, мы будем решать ее предположение, что одно из решений, решение – это вектор функции, нам известно. Значит, если ничего не известно, то надо искать, потому что иначе мы не сможем воспользоваться формулой Сорардского-Лювиля. Матрица системы. Вот здесь написано. Вот. И у нее такое упрощающее свойство и замечательное, что шпур или след матрицы равняется нулю для всех x. Вот. Тогда по формуле Сорардского-Лювиля мы получаем, что Вронскиан фундаментальной системы решений, состоящей из известной вектор функции, первая компонента x, вторая двойка, и неизвестной, то, что мы ищем, является константой для всех x. Ну, или вычислив определитель, мы получили вот такую формулу. Эта формула, связывающая две неизвестные функции y2 и y1, может быть разрешена относительно y2 и подставлена, ну, предположим, в первое уравнение. Посмотрим. Итак, здесь решение записано с помощью формула Сорардского-Лювиля. Мы нашли связь между неизвестными функциями y2 и y1. Этим воспользовались и подставили в первое уравнение. Вот, таким образом, мы получили уравнение, естественно, содержащее константу, ну, которая у нас от это значение Вронскиана для всех значений x. И вот это вот уравнение мы можем проинтегрировать следующим образом. Значит, можно заметить, что левая часть может быть преобразована в полную производную. Вот здесь d под x, конечно. В полную производную отношение y1 к x. Вот. Интегрируем левую и правую часть. Тем самым мы нашли неизвестную функцию y1. А y2 у нас было найдено раньше. Тем самым мы полностью нашли решение. Вот это первая функция, а это вторая функция. И все это благодаря тому, что первое, ну, во-первых, частное решение однородной системы было известно. Это сложная часть задачи. Тут здесь обходится молчанием, как мы это нашли. Ну, подобрали. Подобрали, там видно, что это многочлен первой степени. Вот, и одна компонента, и вторая компонента. Пространство многочленов первой степени удалось найти. Вот. И сама форма Сорардского-Лювиля позволила нам найти связь между y2 и y1. Таким образом, мы все успешно решили. Вот так. Хорошо, значит, тогда мы переходим к изучению линейных уравнений. Так, линейные уравнения. Вот они здесь. Ну, собственно, под номером 1 записано как раз объект исследования. Линейное уравнение n-го порядка с переменными коэффициентами. Вообще говоря, неоднородное. Скобочки x. Вот. Где это уравнение задано? Оно задано на отрезке или интервале. Ну, вот здесь выбран отрезок, это не имеет значения. И предполагается, что все коэффициенты правая часть являются непрерывными функциями. По-прежнему действует, поскольку линейность есть, принцип суперпозиции в отношении однородного уравнения. Да. То есть, если мы заменим f от x нулем, то
непосредственно доказывается довольно просто, что любая линейная комбинация решений тоже будет являться решением. А теперь такой важный момент. Решение линейного уравненного порядка может быть сведено к решению другой задачи, которая нам уже знакома, а именно решение системы линейных уравнений с переменными коэффициентами. Вот. И сейчас мы найдем связь между двумя решениями. То есть у нас решением уравнения 1 является скалярная функция, а уравнение, когда мы решаем систему, естественно, получается вектор функции, поэтому необходимо найти связь между двумя этими задачами. Здесь идея такая. Как-то я демонстрировал на примере сведения уравнения второго порядка к системе. Хочу напомнить, что когда у нас рассматривалось уравнение второго порядка, вот такое. Было предложено следующее. Рассмотреть вектор-функцию в качестве первой координаты y1 от x. Рассмотреть решение этого уравнения y от x. y2 от x. y2 от x. Это будет y' от x. То есть y1. Тогда из уравнения мы получаем, что у нас вторая производная, это будет, соответственно, y2' от x равное минус a от x y2 от x минус от x y1 от x. Это мы ввели новую неизвестную функцию. Вторая компонента неизвестной функции выражается через производную. Сейчас y1'. Забыл штрих. Тогда что мы можем записать? Можно написать, что у нас данное уравнение сведено к системе из двух уравнений, где y1', y2' выражается следующим образом. Значит, у нас неизвестный вектор столбец y1, y2. Вот. И y1' равно y2. То есть мы напишем здесь 0, 1, первую строчку. Вот. А вторая строчка у нас, соответственно, будет, если мне позволит здесь место, минус. Ну, я буду мелко писать. Это минус b на... Сейчас, минуточку. Места хватает вполне. Минус b минус a. Но таким образом, умножая строчку минус b минус a на y1, y2, мы как раз восстанавливаем правую часть искомого уравнения, изучаемого уравнения. Таким образом, вот на этом примере мы видим, что вместо уравнения второго порядка можно решать эквивалентную систему дифференциальных уравнений относительно неизвестного вектора функции, где первая координата – это как раз искомая функция y, а вторая координата – ее производная. И легко заметить, что порядок уравнений здесь не принципиален. Мы могли бы рассмотреть уравнение произвольного порядка. И матрица, которая здесь возникает, она имеет некую довольно четко заданную структуру. То есть все строчки, кроме самой нижней, самой последней, да, которая внизу, все представляют набор нулей и одной единственной единицы. Вот. При этом мы сейчас увидим, что вот эти единички, они идут строго над главной диагональю. И вот мы сейчас это увидим. Это как раз вот ровно эта матрица, о которой я говорил. Сейчас, минуточку.
эта матрица. Вот. А, естественно, у нас возникает вектор-столбец F, поскольку F возникает только в самом нижнем уравнении относительно yn, то есть самое нижнее уравнение имеет вид yn штрих равняется правой части. То есть это просто переписанное уравнение. То, соответственно, вектор-столбец F устроен таким образом, что все координаты равняются нулями, кроме самой последней координаты. Ну и такая вот теорема эквивалентности. Значит, смысл таков, что две задачи, которые мы рассматриваем. Задача 1 – это исходное уравнение n-го порядка, и задача номер 2 – это эквивалентная система линейных уравнений. Эквивалентно в следующем смысле, что если мы обозначим за φ от x произвольное решение уравнения 1, то эта функция φ от x наряду с ее производными до порядка n-1 включительно являются решениями системы 2. И верно обратное утверждение. Если мы найдем решение системы 2 в виде вектор функции y, то взяв только самую первую компоненту этого решения, мы получим решение уравнения 1. Ну, доказательство теоремы практически очевидно. Это, собственно, чем я занимался, когда преобразовывал уравнение второго порядка к системе из двух уравнений. Ну, давайте посмотрим, как доказать. Итак, пусть мы нашли решение уравнения номер 1. Вот, обозначим эту функцию, которую мы нашли, φ от x, и ведем вектор-столбец на основе φ от x и ее производных. Таким образом, у нас возникает n-компонентный вектор. Легко заметить, что на основе вот этих формул мы можем составить первые n-1 уравнение данной системы. Что касается самого нижнего, последнего уравнения, то чтобы составить это уравнение, нам просто-напросто нужно переписать само уравнение вот в таком виде. Таким образом, слева будет стоять последняя компонента yn, продифференцированные по x. То есть последняя компонента – это производная функции φ порядка n-1, а здесь будет стоять ее следующая производная, уже n. Тем самым мы видим, что, зная решение уравнений, мы тем самым нашли решение системы линейных уравнений, которое четко построено по этому алгоритму, который был написан. Вот. В обратную сторону утверждение еще проще доказывается. Если вам дана такая система, и она решена, ее решением является некоторый вектор-столбец с y1 по yn, то в качестве решения вы можете взять самую первую компоненту, потому что, подставляя, вот как написано наверху, то есть избавляясь от вот этих искусственно введенных неизвестных функций, вы в итоге все сведете данную систему к одному единственному уравнению n-го порядка относительно функции φ от x, которая является самой первой компонентой. И таким образом эквивалентность двух задач установлена. Это позволяет нам воспользоваться всеми результатами, которые были доказаны для линейных систем. Ну, самый первый главный результат – это задача, теорема существования единственности решений задачи Каши для такого уравнения нового порядка. Это вот задача номер 3. Значит, из того, как мы сводили систему для уравнения к матрице, понятно, что
в качестве начальных условий мы должны задать в какой-то конкретной точке x нулевое не только значение самой функции, но и значение всех ее производных до порядка n на c включительно. Таким образом, когда мы сведем эту задачу к задаче эквивалентной для системы, у нас будут заданы первоначальные координаты неизвестной функции вектор-столбца при x равном x нулевое. Таким образом, опираясь на теорему, уже доказанную для линейных систем уравнений, мы можем сказать, что в условиях, когда все коэффициентные функции непрерывны на интервале i и правая часть f непрерывна на интервале i, то данная задача номер 3, задача Каши, не только разрешима, но и имеет единственное решение. Аналогично мы можем сейчас, ну, не сильно утруждая себя, возможно, рассмотреть факты по поводу линейной зависимости и независимости скалярных функций. Определение, какое дает там раньше линейной зависимости, оно, в общем, каким было заимствовано из линейной алгебры, так и таким осталось, просто у нас система S-функции – это система и скалярных функций. Раньше мы работали с векторозначными функциями. Пусть все эти функции непрерывные на интервале i, будем говорить, что они линейно зависимы на i. Если существует нетривиальная линейная комбинация, равная тождественно нулю на всем интервале i. Итак, для всех x из интервала i у нас есть один нетривиальный набор коэффициентов цита, такое, что линейная комбинация равняется нулю тождественно. Так, теперь есть некое утверждение. Сейчас я все просмотрю. Хорошо. Мы установили эквивалентность двух задач. Задача поставленная, ну, сейчас мы отойдем от задачи Каши, просто будем рассматривать однородную систему линейных уравнений и эквивалентное уравнение. Ну, то есть целью исследования у нас сейчас является уравнение, но, как мы видели, по теореме эквивалентности мы можем сопоставить любому такому уравнению систему линейных уравнений. Рассмотрим такой результат, который касается решений уравнений, соответственно, решения уравнений, решения системы. Так. Значит, давайте рассмотрим такое утверждение. Пусть у нас есть две системы, они насчитывают k функции, вот k у нас не связано с n, и они являются решениями исходного уравнения нового порядка. И на основе этих решений мы можем построить решение эквивалентной линейной системы. Мы только что сейчас изучали, как это делать. Да? То есть мы должны каждой функции y, y из списка сопоставить вектор-функцию, где первой компонентой будет сама функция, а ниже ее, в этой колонке, мы ставим производные до порядка n-1 включительно. Справедливо следующее утверждение, касающееся линейной зависимости скалярных уравнений и векторозначных уравнений. Они будут линейно зависимы. Вот это система S. Значит, эти уравнения будут линейно зависимы. В том и только в том случае, если векторозначные функции, которые являются решениями системы, являются линейно зависимыми на интервале i. Ну, вот здесь написано, как строится столбец этих решений. Да, то есть мы берем скалярную функцию, дифференцируем вплоть до порядка n-1 и таким образом образуем вектор-столбец. Значит, утверждение довольно простое, потому что, смотрите, давайте мы просто как бы устно можем установить этот факт. Итак, в одну сторону, если у вас система S линейно зависима,
Это значит, существует нетривиальная линейная комбинация, связывающая все эти функции на интервале i. Значит, последовательно дифференцируя до порядка n-1, вы получаете нетривиальную линейную комбинацию не только исходных функций из списка y1, yk, но и всех ее производных до порядка n-1 включительно. Таким образом, у вас получается линейная зависимость столбцов, построенных вот здесь, вот таким образом. А противоположную сторону доказательство еще проще, что если вы установили линейную зависимость вот таких столбцов, отсюда автоматически вытекает линейная зависимость первых координат этих столбцов. Таким образом, линейная зависимость решения исходного уравнения показана. Это такой простой факт. Ну и довольно естественно определить фундаментальную систему решений однородного уравнения 1'. Система таких решений называется фундаментальной, если они линейно независимы на интервале i. Из теоремы эквивалентности вытекает такая лемма, связывающие две фундаментальные системы. S – это фундаментальная система решений уравнения одиночного n-го порядка. И на основе этой системы S мы строим фундаментальную систему решений эквивалентной системы уравнений. Вот ровно по такому принципу, который у нас уже был прописан, и мы им пользовались. Мы берем каждую функцию из списка, последовательно ее дифференцируем, составляем вектор-столбец, содержащий n-компонент. Все эти вектор-столбцы упаковываем в такую матрицу. Это наша фундаментальная система решений. Вот. Ну, лемма практически очевидная в силу теоремы, которую мы установили, эквивалентность двух задач. Таким образом, вот это сведение задачи для уравнения к задаче для системы позволяет нам воспользоваться всеми результатами, полученными для системы. В частности, вот этот результат, один из центральных результатов, о представлении произвольного решения уравнения в виде линейной комбинации фундаментальных решений. Вот здесь написан текст, что всякое решение однородной системы однородного уравнения n-го порядка представляется в виде линейной комбинации функций из фундаментальной системы решений. Вот. Но, опять-таки, доказательство очень простое. Задача по решению однородного уравнения сводится к эквивалентной задаче для решения системы линейных уравнений. А там решение будет получено в виде линейной комбинации решений из фундаментальной системы решений. Все, что нужно сделать, просто воспользоваться формулой для линейной комбинации, полученной для векторозначных функций, и считать первые координаты. Да, то есть мы интересуемся именно y от x, и здесь у нас стоят в качестве φ1, φ2 и φn, это самые первые координаты фундаментальной матрицы решения φ. Ну и стало быть, это наталкивает на нас такое определение. Мы можем теперь уже работать с францкианами, основанными на решениях уравнений n-го порядка. Пусть у нас есть фундаментальная система решений, содержащая функции φ1, φ2 и так далее, φn. Что мы будем понимать под вронскианом данной системы решений? Это определитель вот такой матрицы n-го порядка, где каждая колонка является колонкой, полученной из соответствующих функций списка φ, за счет дифференцирования
вплоть до порядка n-1. И мы можем сослаться на результаты для Вронскианов, полученных по фундаментальной системе решений систем дифференциальных уравнений. В частности, такая теорема справедлива. Вронскиан системы решений n-го порядка немножко не так, в другом порядке. Решение уравнения 1 штрих, значит, у нас исходное уравнение было 1, но оно было неоднородным. Значит, 1 штрих означает, что это мы отбросили правую часть, поэтому получилось уравнение 1. Решение однородного уравнения 1 линейно зависимое на интервале i в том и в таком случае, когда Вронскиан тождественно равняется нулю на интервале i. Тут я написал предостережение. Дело в том, что если составлять Вронскиан не по решениям, а по произвольной системе функций, то эта теорема не верна. Она верна только в одну сторону. То есть если у вас есть система функций, ну, представим, у вас n функций есть, но у вас нет факта, что они являются решениями хоть какого-то уравнения n-го порядка, линейного. Вот. Вы составляете Вронскиан по этой системе функций. Так вот, если известно, что система линейно зависима, то, конечно, Вронскиан будет тождественно равняться нулем. Это факт, который легко доказывается из-за того, что колонки в матрице Вронского линейно зависимы, столбцы. А в обратную сторону, вообще говоря, неверно, что показывает простой конт-пример. Конт-пример здесь, например, написан таким образом. Смотрите, значит, если мы возьмем две функции y1 и y2, и составим матрицу Вронского, это скалярные функции, половинка параболы. Значит, в одном случае у нас функция себе представляет правую половинку параболы на правой полосе, левее нуля, мы ее продолжаем нулем, а здесь ровно наоборот. То есть левая половинка параболы правее нуля, мы продолжаем ее нулю. Так вот, если мы посчитаем Вронскиан для такой системы функций, если мы посчитаем Вронскиан, то этот Вронскиан будет, естественно, тождественно равняться нулю. Потому что какую бы точку, если не брали, у вас один из столбцов будет тождественным нулем. Не тождественным нулем, но он равняется нулю, Вронскиан, если посчитать его. Вот. Но с другой стороны, мы видим, что вот эти функции, которые здесь написаны, они линейно независимы. То есть вы не сможете подобрать никакую нетривиальную линейную комбинацию. Вот о чем это говорит? Говорит о том, косвенно говорит о том, что данные функции y1 и y2 одновременно не являются решениями какого-либо линейного уравнения с переменными коэффициентами второго порядка. То есть такого уравнения просто не существует. И верна теорема Остроградского-Люэвиля или формула Остроградского-Люэвиля для решений уравнение произвольного порядка линейного. Вот, значит, легко получить ее следующим образом. Просто посчитать шпур той матрицы. Но только сразу хочу сказать, что на практике, когда мы этой формулой пользуемся для решения уравнений n-го порядка, мы должны позаботиться о том, что старший коэффициент при уравнении, старший коэффициент – это коэффициент при yn, n произвольной неизвестной функции y, он должен равняться единице. Если это не так, то нам эта формула будет неверна. Нам просто нужно будет поделить тогда это уравнение на данный старший коэффициент и тогда переобозначить коэффициент при производной порядка n-1. И этот коэффициент будет стоять под знаком интеграла в формуле Остроградского-Люэвиля. Как же решать нам неоднородные уравнения n-го порядка? Ну, опять-таки, можно пользоваться методом подстановки с помощью неопределенных коэффициентов, ну, а на основе, подбирая какие-то функции из списка полиномов или экспоненциальных функций. Если получится, может не получиться, тогда мы прибегаем опять-таки, как сегодня было в начале лекции, к методу вариации постоянных,
И вот для применительно к уравнениям иного порядка этот метод выглядит следующим образом. Итак, мы уже решили однородное уравнение иного порядка и получили фундаментальную систему решений, содержащую функции фи-ты. Это вот в самом верху формулы. Это наше решение. Мы знаем, что произвольное решение однородного уравнения будет представляться в виде линейной комбинации решений фи-ты. Теперь предположим, что у нас уравнение неоднородное. В правой части стоит функция f от x. А на этот раз будем считать, что вот эти функции c и t – это функции класса c1. Они неизвестны. И нам нужно будет их n-штук, и нам нужно будет составить систему уравнений относительно производных этих функций c и t. Вот, значит, как это будет происходить? Мы будем формулу, вот эту формулу, последовательно дифференцировать по x. При этом, поскольку под знаком суммы стоят произведения, у нас каждый раз будет получаться две группы слагаемых. Одна группа слагаемых будет содержать c и t штрих, вторая группа слагаемых не будет содержать c и t штрих, а будет состоять c, будет содержать c и t. Будем накладывать ограничения следующего порядка. С одной стороны, нам необходимо набрать систему линейных уравнений, алгебраических уравнений относительно неизвестных производных ц и т штрих. Это с одной стороны. С другой стороны, нам желательно упрощать дифференцирование. Ну вот, например, в качестве первого шага мы ставим y штрих здесь, и у нас получается, накладываем ограничение, что пусть сумма, содержащая производные ц и т, равняется нулю. Тогда у нас формула для y-штрих будет содержать только слагаемые без производных ц и т штрих. И дальше можно продолжать дифференцирование. Мы легко получаем здесь n минус 1 уравнение. Нам всего нужно n уравнений. Так, вот это последнее, ну, предпоследнее на самом деле соотношение. Оно позволяет продифференцировать последний раз, то есть найти y-n-ную производную. Смотрите, как это делается. Итак, за счет дополнительных ограничений на производные c и t, c и t штрих, мы уже получили n минус 1 уравнение. Ну, такое, они как бы искусственно получались. Но когда мы дифференцируем n-ный раз, мы уже, естественно, не можем себе позволить наложить такое условие. Вот. И мы еще не пользовались самим уравнением, которое у нас есть. Вот. Нам необходимо подсчитать производную неизвестной функции yn, чтобы потом воспользоваться и подставить yn и все прочие производные предыдущих порядков в уравнение, которое мы исследуем, уравнение неоднородное, уравнение 1. Для краткости будем предполагать, что у нас есть дифференциальный оператор, то есть левая часть уравнения записывается, как мы делали когда-то, в виде дифференциального оператора n-ного порядка, L от y. Просто у нас до сих пор дифференциальный оператор был с постоянными коэффициентами, но это не играет роли. Значит, наш дифференциальный оператор содержит вот эти все функции коэффициентные, аит и от x. И мы знаем следующее, что когда мы подставляем в качестве y линейную комбинацию решений однородного уравнения, то у нас происходит зануление результата. Да? То есть дифференциальный оператор действует на вот эту функцию, а в результате получается 0. Вот. А вот это соображение позволяет упростить самое последнее n-ное уравнение. Вот. Оно выглядит в самом низу следующим образом. То есть все слагаемые, которые не содержали производных c и t, да, а содержали только c и t без производных, они все уничтожились, на них подействовал дифференциальный оператор. Вот. А то, что не уничтожилось, составляет самое нижнее n-ное уравнение нашей системы. Итак, что здесь мы видим? Мы видим, что у нас написана система. Матрица системы – не что иное, как фундаментальная матрица решений, φ от x, вот, у которой существует обратная матрица.
И, собственно, ну, можно эту матрицу найти или решать как-то по-другому, там, даже методом Гаусса, например, как хотите. В результате вы всегда получите выражение для неизвестных функций c, это и штрих, и все, что осталось, просто каждое такое уравнение относительно c, это и штрих, проинтегрировать по переменной x и подставить в исходную формулу. Вот, собственно говоря, этот метод нами использовался для нахождения общих решений неоднородного уравнения в случае постоянных коэффициентов. Вот, но этот принцип, оказывается, работает прекрасно и для переменных коэффициентов. То есть тут проблем не возникает. Тут проблемы чисто технического характера, просто сложно интегрировать. Вот. Хорошо, значит, я тут приготовил пример, как мы можем, опираясь на эту теорию, найти общее решение однородного уравнения. Здесь уравнение второго порядка. Ну, в основном у нас уравнение второго порядка. Ну и в домашке вы видели, там тоже уравнение все второго порядка. Итак, нужно решить вот это уравнение, которое здесь написано. Старший коэффициент при y2 штриха равняется 1. Вот. И есть дополнительная информация. Вот у этого неоднородного уравнения два решения известны. Вот первое решение, вот второе решение. Так. Ну, замечу, что это решение неоднородного уравнения. Чтобы получить хотя бы одно решение однородного уравнения, их надо вычесть. Так, и когда мы их вычитаем, мы видим, что функция e в степени минус x квадрат это совершенно точно одно из решений однородного уравнения. Так, знание такого решения позволяет найти все решения однородного уравнения, используя формулу Сальвадорова-Льюиса. Давайте посмотрим, как это будет сделано. Итак, значит, я вычел, получил некоторые частные решения однородного уравнения и составил Вронскиан, где левая колонка состоит из самой функции ее первой производной, правая колонка содержит неизвестное решение общее, y'. Здесь стоит у меня след матрицы, то есть просто это с предположенным знаком коэффициент a от x, легко можно проинтегрировать. Теперь такой стандартный прием работы с Вронскианами. Когда вы используете формулу Сальвадорова-Льюиса, полезно формулу Сальвадорова-Льюиса поделить, а именно поделить левую и правую части на квадрат известной функции, которая является частным решением. Таким образом, это деление позволяет левую часть формула Сальвадорова-Льюиса написать в очень простой форме, как полная производная. Ну, а тут еще в этой задачке так специально подобрано, что просто сокращается функция от x и остается просто константа c1. Вот таким образом мы получаем... У меня все полный дифференциал в голове, я не знаю. Здесь, конечно, d по dx, естественно. Вот так вот, d по dx. Вот. Интегрируем левую и правую части. И получаем общее решение для однородного уравнения n-го порядка. Вот. И чтобы решить нам, тут я вопрос задаю, такой детский, значит, почему так? Мы знаем, что чтобы найти решение неоднородной системы, неоднородного уравнения, значит, вы воспроизводите общее решение однородного уравнения и добавляете плюс e в степени минус x, потому что мы установили, что это как раз частное решение. Теперь мы это знаем, это частное решение неоднородного уравнения. Вот, потому что общее решение нам получено. Вот, а из того списка, из двух функций, которые были даны в условии задачи, мы выделили как раз за счет вычитания вот эту функцию мы нашли. Вот эту функцию. Но эту функцию мы нашли с помощью формулы, интегрирования формулы Сальвадорова-Льюиса. Вот так. Так, какие вопросы нашли здесь, по этому материалу? Но это более-менее стандартная процедура. Ну, то есть, какие задачи бывают? Вот. На семинарах разбираются задачи из задачника Филиппова. Вот. Если есть возможность его приобрести, то это было бы, конечно, полезно для подготовки и контрольной, которая будет в начале апреля, и к итоговому экзамену. Вот. Потому что, в общем, это такой классический задачник. Там все темы рассмотрены
Вот, и при этом есть теоретический материал. В каждом начале каждого параграфа сообщается такие сводка необходимых сведений. Тоже очень полезно. Ну и тогда мы завершаем эту тему и начинаем новую тему, которая называется теорема Штурма. Сейчас мы ее найдем, теорему Штурма. Я, правда, назвал как-то необычно. Шторм. Назвал Штурм. Сейчас скажу, у нас будет анонс. Про что это? Ну, навряд ли мы все успеем разобрать за оставшееся время. В общем, про что это? Так. К сожалению, здесь порядок слайдов странный. А, ну нормально, просто не в том порядке. Не в том порядке. Сейчас, минуточку. Так. Это задача. Сейчас. Почему-то у меня при записи. Так, установим сейчас. Да нет, все нормально. Так, сейчас. Так, единственное, что... Хорошо, ладно, значит, не буду дергаться, искать. Самое начало вот я делал. Минуточку, сейчас. Все-таки интересно, куда делось, значит, самое начало. Так, самое начало. Так, ну посмотрим. Ну, все то же самое. А, хорошо. Супер, все отлично. Все нашлось. Теорема Штурма. Значит, про что это? Сейчас расскажу, Слава, чтобы было понятно. Очень часто в приложениях есть необходимость решить вот такое уравнение. Второго порядка. Вот. Значит, потребность в этом очень, очень большая, я могу сказать, ну, с учетом моего жизненного опыта, как выпускника МФТИ и человек, который работал на кафедре высшей математики, занимался уровнем в частных производных в те годы. Значит, основные уравнения математической физики – это уравнения в частных производных второго порядка. Но когда вы их решаете, вы выходите на уравнения дифференциальные в обыкновенных производных. И эти уравнения второго порядка, потому что исходные уравнения, породившие их, это были уравнения второго порядка. Вот. И возникает такая задача по нахождению решения. Вот она подчеркнута у меня, уравнение 1. Оно линейное, с переменными коэффициентами. Коэффициенты всегда непрерывные функции. Нет, ну, конечно, теория дифференциальных уравнений расширялась вглубь и шире, то есть там стали рассматривать разрывные коэффициенты и так далее, но это не входит, конечно, в стандартный курс дифференциальных уравнений, никогда не входил. Вот. Значит, первый факт, который устанавливается, важный, оказывается, любое такое уравнение второго порядка можно свести к уравнению, так называемому двучленному уравнению. Вот оно написано под номером 2, посмотрите. То есть, когда вы имеете дело с уравнением 1, вы всегда можете сделать некую замену, о которой сейчас будет рассказано. И в качестве неизвестной функции вы будете искать функцию z, удовлетворяющую уравнению 2, так называемое двучленное уравнение, где q от x тоже непрерывная функция, и она связана с коэффициентами a от x, b от x следующим образом.
Вот. Ну, собственно, вот формула внизу написана, чуть ниже. Что такое quad x? Так, что такое quad x? Значит, как это делается? Это делается следующим образом. Значит, я представляю неизвестные функции y в виде произведения u от x и z от x, где z от x – это искомое новое, а u от x – это специально подбираемая функция. Значит, дальше техника довольно простая. На уровне первого курса матанализа вы дифференцируете y один раз, два раза, используя, например, если хотите, формулу Лейбница удобную, и подставляете в уравнение 1. После чего выделяем коэффициент при первой производной z'. Вот этот коэффициент написан здесь в скобочках, и вы приравниваете его нулю. Вот относительно неизвестной функции u. Естественно, это легко интегрируется, и вот ваша функция u от x уже получена. После чего вы возвращаетесь к этому уравнению и подставляете u штрих, u два штриха, и вот это у вас в итоге все выражение в круглых скобках составляет новую функцию q от x. Вот. Единственное, что надо не забыть поделить на старший коэффициент, на саму функцию u. Вот если поделим правильно, то как раз эту формулу мы и получим. Итак, из этой лемма 1 техническая, вытекает важный вывод, что мы можем ограничиться изучением решений двухчленных уравнений, не содержащих z'. Просто там есть вторая производная и есть сама функция z от x. Это как-нибудь помогает в продвижении нахождения решения? Помогает, но не сильно. Дело в том, что для таких двухчленных уравнений, еще раз напишу, значит, z2' плюс q от x z равняется 0. Есть только два случая, когда мы можем проинтегрировать, как принято говорить было еще там в 19 веке, если не раньше, в квадратурах. То есть найти решение в виде формулы. Это когда q от x константа, мы понимаем, да, то есть это просто уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами, естественно, интегрированные, да, мы понимаем, как решение выглядит. Либо второй случай, всего два случая. Q от x имеет вид константы, деленной на x квадрат. А почему это интегрируется? Потому что если вы возьмете такую функцию q от x и домножите уравнение на x квадрат, оно будет уравнением Эйлера, которое мы изучали с вами. И оно тоже интегрируется. Все. Мы исчерпали. Видите, в чем проблема? Мы исчерпали все возможные уравнения, которые интегрируются в квадратурах. Их нет. Просто нет. Вот. Ну и понятно, что в ту эпоху доиндустриальную, когда не было компьютеров, естественно, нужно было что-то делать и исследовать свойства решений. И оказалось, что одно из таких центральных свойств – это как устроены нули решений. Корни уравнений, да, то есть вы нашли решение z от x, приравниваете нулю и ищете корни этих уравнений, как они выглядят. Вот. И теорема Штурма, она как раз про это, ну и плюс масса других вспомогательных результатов, которые мы сейчас рассмотрим с вами. Вот. Несколько лемм. Ну, то есть две простые леммы, они из матанализа, ну, такие симпатичные леммы. Вот, естественно, мы рассматриваем нетривиальные решения от уравнения однородного. Да, то есть тривиальные решения не интересны никому. Значит, первый результат. Пусть x нулевой корень решения. То есть z от x нулевой равняется нулю. Тогда производное решение в этой точке отлично от нуля. Мы называем такие корни простыми. Доказательство. Доказательство довольно простое. Смотрите, на чем оно основано. Если предположить, что не только z обращается в x0, но и z' обращается в x0, то тогда мы можем сослаться на теорему существования единственности решения. Видите, как важно ее знать и пользоваться умеючи. Существование единственности решения задач Каши. И у нас z от x тривиальная функция. А мы же ее брали нетривиальной. То есть такого быть не может. Второй факт. Представим, что мы решаем наше уравнение относительно функции z от x на каком-то интервале числовой прямой. Вот. Тогда справедливо следующее утверждение. Вот оно здесь начинается.
Пусть этот x нетривиальное решение уравнения. И рассмотрим произвольный отрезок от альфа до бета, принадлежащий интервалу, на котором уравнение решается. Тогда на этом отрезке может быть только конечное число нулей данного решения z от x. Только конечное число нулей. Эта лемма решается в два шага. Вот, шаг номер один. Мы первое покажем, что, ну, в матанализе говорят точка сгущения, да, не обязательно пользоваться. Просто мы сейчас покажем, что множество решений не имеет предельных конечных точек. Что мы понимаем под предельной точкой конечной? Это значит, что наше множество нулей уравнения z от x равняется нулю, значит, бесконечное, и найдется предельная точка. То есть здесь обозначена последовательность нулей. Вот она здесь. Последовательность нулей. Так. Вот последовательность нулей. Вот. Если предположить, что существует конечная предельная точка, то мы придем к противоречию. Значит, как это показать? Смотрите. Предположим, есть такая предельная точка. Но, во-первых, из-за того, что функция z от x непрерывна для всех x, получается, что это тоже 0. Это тоже 0. Но кроме того, интересно, посмотрите внимательно. Вот, я могу посчитать производную z' в этой точке, переходя к пределу, когда xn стремится к x-волной. Замечу, что вот это значение уже равняется нулю. Вот, это есть просто определение производной в точке функции z. И мы получим, что у нас и z' обращается в x-волной в нулю. То есть, опять-таки, ссылка на теорему существования единицы дает нам тривиальную функцию z от x. Вот, таким образом, у нас... Но это первый шаг, да, в доказательстве леммы. Значит, второй шаг устроен таким образом. Значит, почему на любом таком отрезке содержится лишь конечное число нулей? Прибегаем к теореме Бальсон-Вейштрасса из матанализа. Да? То есть мы знаем, что из любой ограниченной числовой последовательности можно выделить сходящую последовательность. Таким образом, если нулей бесконечно много, переходя к последовательности, мы получим подпоследовательность сходящуюся. Это противоречит первой части леммы. Таким образом, таких нулей всегда конечное число. Вот. Значит, это я установил. Сейчас мы найдем остальные слайды. Их легко искать. Сейчас, минуточку. Теорема Штурма. Штурма. Вот. Так, только единственное, что... Хорошо. Так, у нас я пропал один слайд, но ничего, я его восстановлю. Итак, значит, после того, как вот доказано, лемма первая была про сведение к двухчленному уравнению, вторая про то, что корни уравнений простые, третья на каждом отрезке только лишь количество нулей. Теперь мы рассмотрим такой результат. Смотрите, значит, результат следующий. Вот представим себе, что у нас есть два уравнения. Ну, собственно, здесь все содержится на этом слайде. Значит, у нас есть уравнение 3, содержащее функцию q маленькое от x, и уравнение 4, q большое от x. Вот. При этом известно, что на интервале i числовой прямой, на котором мы рассматриваем оба уравнения, у нас есть вот такое соотношение между коэффициентами. Между q большое и q маленькое. Так. Рассмотрим два произвольных решения. Одно произвольное решение уравнения 3 и второе производное решение. Ну, чтобы их различать, значит, здесь используется y от x функция, обозначение решения. Здесь z от x, соответственно. Так. Значит, они произвольные и нетривиальные, то есть отлично от отождествления нуля. А теперь предположим, что у нас
обозначение x1 и x2 являются обозначениями двух соседних корней решения уравнения 3. То есть функция y от x равняется нулю. Мы составили уравнение, решили его и нашли два соседних корня. Левый корень, правый корень. А тогда можно доказать следующую теорему, которая как раз называется теоремой Штурма. Значит, теорема звучит следующим образом. Возможны следующие варианты. Речь пойдет о корнях решения уравнения 4, там, где большое Q. То есть речь идет про обнуление функции z от x. Значит, возможны два случая. Ну, давайте напишу здесь два случая. Либо между корнями x1 и x2 найдется обязательно как минимум один корень функции z от x, или же функция z от x обратится в ноль на концах интервала x1, x2. То есть z от x1 и z от x2 равняется нулю. То есть либо-либо. Так. Есть вопросы по формулировке? Что-нибудь непонятно? Вроде все понятно. Хорошо. Или есть какой-то вопрос? Понятно. Спасибо, Игорь. Да, все понятно. Хорошо. Да. Ну, давайте так. Доказательство красивое, честно говоря. Тут просто меня как бы спрашивают иногда, зачем все это знать прикладную математику. Но я помимо того, что это полезно знать, еще просто это красивые конструкции теоретические. Сами по себе интересно знакомиться с доказательством теорем. Итак, что мы знаем? Значит, мы знаем, что у нас решение уравнения 3, это функция y от x, имеет два соседних нуля. Да? Причем нули у нас простые. Нули простые, поэтому картинка может быть выглядеть вот так. Это я нарисовал предполагаемое решение y от x. Вот, y от x написано. Так. Здесь производная больше нуля, здесь производная меньше нуля. Вот. А можно ли нарисовать другую картинку с точностью до знака? Я могу эту картинку перевернуть вокруг оси иксов. Да, там y изменить на минус y. Но будем считать там так, для определенности, что график функции y от x имеет ровно такой вид. А ничего другого быть не может, да, потому что эти корни простые, они соседние. Так. Вот. Стало быть, на этом участке y от x строго больше нуля. Ну и поговорили про знаки производных. Здесь функция растет, здесь она убывает. Так, дальше. Теперь. Итак, у нас y от x – это решение уравнения 3. Z от x – решение уравнения 4. Вот. Значит, ну, такое техническое доказательство. Я предлагаю все уравнение 3 домножить на решение уравнения 4z, а в свою очередь взять уравнение 4 умножить на решение уравнения 3y и вычесть. После двух умножений из уравнения 3 вычитается уравнение 4. Вот. И у нас получается ровно такая разность. Вот. Что получается в правой части? В правой части, соответственно, у вас разность двух функций q. Вот, как мы понимаем, неотрицательная разность. q большое больше равно q маленького. И здесь стоит yz. Так. И такое приятное и важное наблюдение, что вот то, что получилось слева, здесь, конечно, два штриха, естественно, значит, это есть просто полная производная. Да, то есть я поставлю здесь штрих, я получу вот это как раз искомое. Да. То есть там стоит полная производная комбинация y4z минус yz4 стоит. Теперь немножко поговорим про z. Значит, я беру z от x, которая выглядит таким же образом, как y от x. То есть больше нуля. Больше нуля. Сейчас мы обсудим. Сейчас это может быть не очевидно. Сейчас мы обсудим. Да, минуточку. Значит, пока про z умолчу. Про знак z пока не буду говорить. А просто сделаю то, что напрашивается. Проинтегрирую на отрезки между нулями
между x1 и x2, проинтегрирую левую часть формулы и правую часть формулы. Но я сниму знак производной, у меня получится вот это вот выражение слева. Да, так, сейчас немножко. У меня получается это выражение слева. Справа у меня стоит этот интеграл. Вот. Теперь. Что, если утверждение теоремы Штурма неверно? Так, тогда что может быть? Оно неверно. Значит, я напомню, там две опции. Там две опции. Найдется корень у произвольного решения z(x) внутри интервала x1, x2. Либо наша функция z(x) обратится в ноль на концах этого интервала. Либо-либо. Значит так. Если это невозможно, то это может произойти в одном из трех случаев. Случай А. Функция z(x) не обращается в ноль. Так. А это же произвольная функция, значит. Если z(x) функция, являющаяся решением уровня 4, то минус z(x) тоже является решением. Поэтому для определенности можно считать, что z(x) больше нуля. Значит, на интервале x1, x2. Так? Можно взять всегда. Можно всегда выбрать положительное. Раз она не ноль, она не обращается в ноль. То есть она сохраняет знак функции z(x). Вот. Второе. Функция z(x). Это, ну, то есть не второе, а b. Значит, пункт а, пункт б и пункт c. Пункт б. Функция z(x) обращается больше нуля на x1, x2, но обращается в ноль только в одном из концов. В одном из концов обращается в ноль. Например, она обращается в левом конце, а в правом больше нуля. И последняя опция, перебор трех случаев. Наоборот, в левом конце, в точке x1, функция z больше нуля, а вправо равняется нулю. Ничего этого произойти не может. Следующим образом, посмотрите. Формула, которая получена после интегрирования, это запрещает. Значит, у нас интеграл в правой части больше или равен нулю. То есть мы не гарантируем, что строго больше нуля, так, но он больше равен нулю, потому что q больше равно q, и y и z у нас положительные функции от x1 и x2. Что мы имеем слева? Какой был первый в части A? Какой был первый вариант? Вообще не обращается в ноль. Везде строго больше нуля. Ну, посмотрите, значит, у нас это не согласуется с этой формулой, да, потому что y' отрицательное в левом конце, z не в левом, оговорился, в правом, а правый конец x2. Значит, отрицательное число на положительное число. Это положительное число. Это положительное число. То есть все отрицательно слева, а это не отрицательно. То есть запрещено, да, не может быть. Вот. Случай BC тоже отпадает. Просто одно из слагаемых исчезает. Вот, например, если z от x1 равняется нулю, да, то пропадает второе слагаемое, остается первое, но отрицательно. Или же пропадает первое слагаемое, остается второе, отрицательно. Итак, значит, мы исключили ничего. Этого невозможно, поэтому теорема верна. Теорема верна. Так. И теорема Штурма доказана. Значит, из теоремы... да-да-да, важное наблюдение. Вот в теореме Штурма, если вы будете смотреть литературу, значит, моя формулировка теоремы Штурма отличается от большинства подавляющих следующим образом. В стандартных формулировках, которые вы можете найти, формулируется только первая часть утверждения, что найдется корень, лежащий строго между. А про второе умалчиваю. Почему? Значит, я немножко расширительный рассмотрел. А что, если у нас q большое и q маленькое совпали? Да? Это же не противоречит неравенству, они просто тождественно равны. Вот, тогда вы берете y и z, это два решение одного и того же уравнения. Итак, смотрите, вот это как раз детализация происходит здесь, в замечании. Если оказалось, что решение z в точке x1, x2 равняется нулю, так, то тогда интеграл равняется нулю. Это возможно лишь в одном случае, когда q большое и q маленькое тождественно совпадают. Тогда интеграл будет больше нуля. Будет равняться нулю. Потому что если они не совпадают хотя бы одной точки, вот, ваш интеграл никогда не будет нулем. Итак,
этот случай как бы исключительный. Обнуление функции z на концах интервала происходит в том случае, если у вас просто одно и то же уравнение. Поэтому этот случай неинтересный, и это с этим связано, с отсутствием интереса к этому случаю, что в основном авторы, которые пишут учебники разные по дифурам, это не вносят. Так. Хорошо, значит. И немножко еще. Все мы не успеем разобрать. Из этой теоремы Штурма довольно много интересных следствий. Так, сейчас. Ну, наверное, достаточно. Ага, ну вот первое следствие. Первое следствие такое. Да, мы на эту тему успеем немножко поговорить. Смотрите, значит, один из результатов применения теоремы. Представим себе, что у вас есть уравнение 4 относительно функции z от x. Вот оно. Так? При этом мы знаем, что q от x меньше равняется нулю на i. Меньше равняется нулю на i. Тогда утверждается следующее, что на интервале i любое из решений уравнение 4, это функция y от x, имеет не более одного нуля. Так, вот такой первый результат важный. Еще раз. Значит, смотрите, у нас есть уравнение двучленное, к которому мы уже привыкли. Про коэффициент q от x известно, что на интервале i эта функция не принимает положительных значений. Вот. Тогда утверждается следующее, что любое из решений данного уравнения, то есть функции y от x, имеет на интервале i не больше одного нуля. Значит, смотрите, как ловко делается. Мы подбираем для уравнения 4 уравнение 5 с q большое, как в теореме Штурма. И в качестве q большого мы берем 0. Так. Теперь от противного. Предположим, нашлось решение y от x на интервале i, которое имеет 2 нуля. То есть точка x1 есть точка x2, в которых зануляется решение y от x. Так. Теперь по теореме Штурма любое, заметим, любое решение уравнения 5 обязано иметь 0 между x1 и x2. Но среди решений z2 штриха равняется нулю, а общая формула для решения – это все линейные уравнения. Мы можем взять константу, отличную от нуля, которая не занулится между нулями, мы получили противоречие. Видите, как интересно. Так, вопросы. Я думаю, что на этом мы закончим и продолжим. Теперь уже через 2 недели, 5 апреля, вот, мы завершим вот эту интересную теорию. У нас еще масса результатов, которые интенсивно используются, как я уже сказал, во многих задачах прикладных и физических. И вот совсем недавно я написал работу по экономике, где имел дело вот с ровно таким уравнением и изучал поведение решений, которое не является элементарной функцией тоже. Так что масса приложений. Так, какие вопросы у вас есть? Все молчат. Нет вопросов? Сейчас скажу. Ну, давайте, значит, кого интересно, можно посмотреть. Вот, это будет поучительно. Есть такой журнал «Вопросы экономики». В августовском номере вы можете посмотреть статью с моим соавтором многолетним, Маркович Левин, профессор. Левин Букин. Так, значит, называется «Модель эволюции предпочтений». В общем, там рассматривается заимствованное из теоретической биологии некоторые уравнения второго порядка в частных производных. Вот. И при поиске решения мне пришлось как раз заниматься вот с таким уравнением 4. Искать решение и описывать свойства. Вот так что это можно посмотреть. Вот так. Ну что ж, я думаю, что мы хорошо поработали сегодня с вами. И мы можем, наверное, расстаться. Правильно? Встречаемся через 2 недели. Вот так. Спасибо. Угу. Вам спасибо за участие.
Всем до свидания. До свидания. До свидания.